поступок, что ты не постучал, когда был, когда тебе делали болевой на руку и когда делали удушающий прием. Вот откуда столько храбрости терпеть? Ну, не знаю, это у меня, как сказать, у меня с детства я не люблю сдаваться. Сдаваться — это значит один шаг назад, нужно всегда цель определенная. Если цель есть, и там из любой темы выберешься, хоть руку ломай, хоть ногу ломай. Главное вот здесь менталитет. Менталитет у моих земляков, таджиков, у нас всех менталитет такой. Где мы растем, где мы выживаем. Для нас это просто, как сказать, игрушки, просто выйти драться, игра какая-то. Ты лежал, терпел. Расскажи, а было ли больно, либо в тот момент под адреналином ты не чувствовал этого? Нет, конечно, было больно, но главное во время боя боль убрать далеко в голове, далеко-далеко очень, чтобы до нее добраться невозможно было. А думал ли ты, что все, сейчас, если ты не сдашься, либо ты сейчас уснешь, либо тебе сломают руку и бой остановят? Не, я об этом вообще не думал. Даже малейшего представления такого не было. Я просто сказал, что выйду. В голове вот это выйду и выйду. И вот вышел, и все. Георгий.